Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Вот такое морозное утро. С утра у нас сегодня было минус 35. Но вот ближе к обеду потеплело. Сейчас нам градусов 25. Я решил прогуляться. Показать вам наш родной поселок. Село Терлянский, Южный Урал. Такая вот у нас красота. Небо голубое, морозец, а мы идем гулять. Вот видите, еще ледяные фигурки остались от Нового года, елку убрали, а вот они стоят еще. Ну идемте, друзья, погуляем. Покажу вам наше село. Прогуляемся по морозцу. Вот, друзья мои, наш парк. Это раньше назывался рабочий сад. Рядом вот спортивный комплекс. Покажу я вам его. Сейчас посмотрим. Детская площадка. Дальше вот танцплощадка была, но она и сейчас есть. Земляки мои помнят, как мы здесь танцевали в молодости. А вот вдали памятник прокатчику. Сейчас я вам его покажу с увеличением. До снег не подойти, посмотрите. Вот такой он. У нас был прокатный цех, и вот основная профессия была прокатчик. И вот в честь его, этой профессии, поставили вот такой памятник. Идем дальше, друзья мои. Погуляем. Вот, друзья мои, наш спортивный комплекс «Планета». Много занимаются людей там, дети, взрослые. Вот наша мечеть. Мы пройдем сейчас подальше. Гуляем еще. Покажу вам наше село. Вот, друзья мои, наш поселковый совет, наша мэрия. Покажу сейчас вам его. Такой он. А рядом старинное здание. Это музыкальная школа. Вот такая вот она. Но мы идем дальше. Внизу хоккейная площадка. Ну, пройдем подальше. А вот, друзья мои, наша гостиница. Гора Судовая. Выходной день. Много туристов приехало.
все хотят полюбоваться красотами Урала. Но мы идем дальше. Вот, друзья мои, хочу показать панораму нашего села. Вот внизу раньше был лестопрокатный цех, а сейчас парк «Колесо истории». Много туристов там приехали, смотрят наши достопримечательности. Чувствуется морозец? Думаю, чувствуется. Но сейчас потеплело уже. Ну, пройдем сейчас вниз, спустимся. Покажу вам наш парк. Оставайтесь со мною. Вот, друзья мои, подошли мы к колесу истории. Вот тут вот такие вагончики стоят. Чебуречные, кафетерии. Сувенирчики продают. Все культурненько. Вот покажу вам, друзья мои, бывшее здание лесопрокатного цеха. Сейчас здесь наша поликлиника. Ну, идемте, друзья мои, подойдем наконец-то к колесу истории. Ну вот, друзья мои, подошли мы вот к такой достопримечательности нашего поселка. Это парк «Колесо истории». Вот такой вот маховик. Это привод прокатного стана. Вес его 120 тонн. Там вот вдали стоял электромотор мощный. И ременная передача, ремень шириной около 1,5 метра приводил вот этот привод в действие. А здесь вот стояли прокатные станы. Смотрите, вальцовщик. Такой памятник рабочему. Здесь вот стелла. Труд был тяжелый. Награждали за него. Не жалели раньше ничего. Ордена давали. Вот, друзья мои, хочу вам показать наш парк вот с этого ракурса. Наша прогулка продолжается. Несмотря на мороз и что руки мерзнут, мы идем с вами, друзья мои. Сейчас вот пройдем, поднимемся на плотину, покажу вам наш пруд Терлянский. Ну, идемте, друзья мои. Оставайтесь со мною. С Владимиром. Погуляем. Вот, друзья мои, и наш Терлянский пруд. Посмотрите, какая морозная дымка.
Зима в этом году жесткая, друзья мои. Вот конец февраля, а у нас вот такие морозы. Да везде так. Ничего, скоро уже весна. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Показал я вам наше село. Прогулялись, посмотрели. Думаю, было интересно посмотреть, как живут на Урале. Ну, всем пока. Всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. С вами был Владимир. Пока-пока.